Так, снова всем привет. Мы собираемся на дачу. Здесь, смотрите, одна сумка и там две сумки. Дима там рвет обои на заднем фоне. Ну, ребенок занят, и слава богу. Вот, короче, все собираем. Здесь уже полотенчики. Мы едем на дачу с Димочкой на 2 недели. У моей мамы отпуск. Вот, но ролики будут выходить с большим опозданием, но они будут. Офигеть, сына. Вот, косметичка. Здесь вот мои лекарства, тут Димина лекарства, короче. Расческа тут еще. А, вот тут, кстати, я сбоку не проверила. А, ну вот для носика у меня есть, кстати, про него был этот ролик. Все. Рви, рви дальше. Рви. Так, вот здесь вот, ну, короче, там вот тоже лекарства. Тут всякие трусишки Димины. Купальник на всякий случай, шорты мои, тут лекарства, там тоже 2 сумки. Вот, ну я, конечно, подумала, что нужно взять книжку, решила вот эту книгу читать. Сначала вам показывала несколько дней назад, что я вот такую беру, она была просто у меня завернута в бумагу, вот в такую интересную, мне очень нравится эта бумага. Хотела взять ее, но до середины пролистала, и там только интересное, более-менее интересное начинается с середины. А до этого рассказывается, почему надо ребенку учить читать, зачем это надо. Приводят пример, ну, то есть, типа, как уговаривают. Я решила, короче, ее не брать. Когда у меня будет время, я ее дома прочитаю. Да, оторвал, молодец. Вот ко мне Дима сейчас подбегает и говорит, ты хорош, хорошая мама. Хорошая мама. Так, и я хочу сейчас эту книгу сюда упаковать, чтобы она на даче не испачкалась. И плюс у меня есть такая вот закладочка. Ну вот, магнитная, кстати, фикс-прайс я ее покупала. Вот она. Все. И она, то есть, заложена. Хотя, не знаю, может быть, мне другую взять. Короче, у нас тут прям вообще полным все сборе идет. Тут у меня еще есть, кстати, тоже закладки разные. Закладки некоторые, которые я делаю сама. Да, наверное, я вот такую возьму закладку. А то если я быстро читать начну. Ладно, я 2 возьму. Ее сюда вот подцеплю сейчас. Да что ж такое? Ах ты! Если мне дадут время читать, тогда я начну очень быстро. Ну, ее быстро прочту. Вот. И вот так вот закладываю книжку. Дим. Вот. Дима просто у меня голышом, поэтому я не хочу его показывать. На YouTube нельзя показывать детей, которые раздетые. Вот. А мы никак не успеваем, у нас уже скоро баба подъедет. Просто у меня еще нету этой штуки какой-нибудь, чтобы эту книжку спрятать от грязи всякой. Так, ее мы сейчас с вами положим. Так, а еще тут у нас, да, еще тут я начала там немножко, короче, взяла сладости разных, конфет. А еще, кстати, положить нужно будет, да, конфет. Тут у нас я немножко мусор уже собираю. Тут тоже вот понабрала. Лазмак, кстати, купила. Бимак, что ли. Ну, короче, ладно, на него будет обзор. Вот, живопись взяла, прессовать, пластилин вот полепить Диме. Круг, если мы на озеро поедем, там фигурки всякие, краски взяла ему. Вот здесь тоже ведерко, лопатка, там, короче, все такое. Тут уже тоже все почти, что видите, убрала. Чистила, тарелку еще осталось помыть. Вот, холодильник тоже уже все очистили. Осталось там вот эти яблочки всякие, грейпфрукты, но они пролежат, конфеты вот эти вот. Я их потом заберу. Вот, все почти уже. Сбор идет полным ходом.